Всем привет, друзья! С вами Маша Смолот, и я рада снова увидеть вас на своем канале. Меня давно не было, я была дико занята, еще плюс у меня учеба, и совсем не было времени снимать ролики. Хотя я, конечно, очень соскучилась по этому делу. Буквально нашла полчаса своего времени свободного, чтобы быстренько записать видео. Я очень хотела успеть на зимние маркеты. Я хотела сделать коллекцию украшений из дерева плюс там некоторые материалы еще дополнительные к дереву, но, к сожалению, из-за работы и учебы я не успела подготовить достаточное количество позиций, и поэтому решила, ну ладно, буду участвовать где-нибудь в феврале или в январе даже, но, скорее всего, в феврале. В общем, видео не об этом, видео о том, как мне придется как-то украшать свою витрину. Обычно там дают просто стол, вот, а все реквизиты ты уже приносишь с собой. Вот, я долго думала, что же мне такого придумать, и вот пришла к такому выводу. Накупила в Леонардо такие срубы. Не обязательно покупать в Леонардо, можно где угодно. И в этом видео я покажу, как вот сделать такие вот подставочки под украшения. Вот, и также в конце видео я покажу, собственно, как этот стол будет выглядеть, потому что здесь не только такие подставки, будут еще некоторые элементы. Вот, ну, естественно, повешу, что у меня есть в наличии. Этого, конечно, недостаточно на весь стол, но все-таки покажу, над чем я работала и что у меня есть сейчас. Большая просьба не проходить мимо лайка или дизлайка. Хочется немножко повысить рейтинг своих видео, потому что какое-то очень маленькое количество людей смотрит мои ролики. И все-таки хотелось бы какой-нибудь движухи. Вот. И еще. Хотя подписчики есть, и они по чуть-чуть прибавляются. И мне безумно приятно. И я рада приветствовать вновь прибывших ко мне на канал. Вот. Ну а сейчас смотрите ролик о том, как я это все дело пилю-сверлю. Всем приятного просмотра. Вот примерно как-то так это все может выглядеть. Конечно, изделий должно быть гораздо больше. Вот на веточке можно повесить в несколько ярусов. Вот, но у меня пока так, небольшая коллекция моя. Так вот, разложив такие элементы, можно вполне себе удачно, интересно компоновать свой товар, а не просто там на чем-то будет навалено, это некрасиво. Надеюсь, вам понравилась моя идея. И, конечно же, я надеюсь, что я все-таки попаду на какой-нибудь из маркетов.
Вот, но это уже, конечно, в следующем году. Ну вот, пожалуй, все. Всех с наступающими праздниками. Надеюсь, все ваши загаданные желания сбудутся. И вообще, Новый год принесет вам много радости. Также желаю всем творческих успехов. Творите, придумывайте, исполняйте. Главное, что-нибудь делайте, двигайтесь вперед, развивайтесь. Всех благ и, надеюсь, увидимся в следующем году. Всем пока!